Погнали внутрь. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Галлюциногенные грибы. Ха-ха-ха. Так, снадобье выносливости, окей. Так, и куда это мы забрели? Судя по всему, эта пещера обычно под водой. О, смотрите, воду улучшили. В предыдущих частях она была хуже. Фрески. Изучай все фрески, чтобы повысить уровень знаний древних диалектов. Так, это тоже изучим. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. Короче, мы сейчас повысим уровень, и тогда сможем прочесть. Но, видимо, остальное находится там. Так, здесь ловушка. Отлично. Ага. Пока все по-старому. Крысы бегут с корабля, это что-то означает. Что-то там происходит, видимо. Что это за место? А вот хрен его знает. Камеры. Типа тюрьма? Так, нам надо в воду. Да? Да. Давайте изучим, что здесь. А потом пойдем дальше. Не? Так, что там у нас? У нас есть это. У нас есть то. Для дальнейшего прохождения требуется укрепленный нож. Окей. Так, что это? Ничего. Так, стоп. Не заметил. Керамический сосуд. Так, тут что-то было? Нет. Погнали туда. Так, ладно, пошли в ту сторону. Грибы нам пригодятся. Стоп. Уи! Ну ладно, в принципе, мы там все изучили. Так, а там что у нас? Ничего. Ну, погнали. Вот там что-то есть. Копаем под водой? Ну, вообще-то в прошлой части она как бы очень быстро задыхалась, наша подружка-то. Так что я чуть-чуть поражен, что она сейчас так долго дыхалку свою держит. Давайте все соберем. Ну так, чтобы наверняка. Так, тут еще что-то было. Так, я пойду наберусь воздуха в легких и уже потом поплыву дальше. Ну, погнали. Забыл, как их называют, этих рыб, но я ненавижу. У меня есть страх глубины, ребят, вот из-за как раз морской живности. Это мурены вроде. Вроде бы их так называют. Кстати, а фигню с тем, что типа воздух... Ой, блядь, ну вот... Твою ж маму, а! Давай валить отсюда быстрее, меня аж напрягло это.
Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, а то сейчас задохнемся нафиг. Давай, 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 давай. Давай, трись больше, трись больше. Сиськами, сиськами, попкой, попкой, давай. Классная обувь. Охренеть. Нужно найти храм, который ищет Домингес. Ну, реально, я вот не поверю. Ну, кстати, мы можем скрафтить? Так, давайте посмотрим. Побочные задания, артефакты, памятка по выживанию, древняя косумель. Так. То есть, короче, крафт нам сейчас недоступен, да? Да? Да. Короче, понятно. А, стоп, это же у костра мы делали. Моя дырявая башка. Я угадал. Так, ловушка. Все, прошли. Надо быть аккуратным. Раз тут игра такая хитропопая. Храм. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Класс. Ого. Хреново. Лара, перейдите, используйте взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида, я заберусь наверх. Так, вроде бы я пока все правильно делаю. Давайте все изучим. Лара, как дела? Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Так, вы видели там кучка дерева, что ли, была? Вот здесь. Ага, это, по идее, надо будет столкнуть. Ну, погнали. О, все-таки можно делать эти огненные стрелы. Прикольно. Так, а эту хрень толкать. Я, блин, гений. Так, дальше нам, видимо, туда. Охренеть, как этот колокол. Так, ну что, допрыгнем? Справились. Так, что это? Блин, такие маленькие вещи, их очень легко пропустить. Так, делаем, как его? Типа мостик веревочный. Ну или натягиваем трос, как хотите называйте. О, я вижу, там хрень блестит, но, видимо, туда либо сейчас можно будет попасть, либо когда у нас будет определенный инструмент для этого. Так, стоп, это что? И, блин, знаете, что бесит? Вот эти хрени, они не подсвечиваются, как раньше. Раньше они подсвечивались. О, ловушка. А сейчас они, короче, не подсвечиваются. Так, знаете, что я думал? Что
Платформа застряла. Таким образом, можно было попасть на нижний уровень, чтобы взять ту блестящую фигню. Но, видимо, как бы нет. Не, силёнок не хватает. Давайте посмотрим, что будет, если мы вот это сделаем. Так. Кажется, начинаю понимать. Так, стоп. Ага. О, до меня дошло. Сейчас покажу. А, и все? Насчет этого-то я знаю. Я догадался уже. Если ее подцепить, она перевернется. Да я-то знаю, надо, блин, другой стороной было. То есть моя мысль была верна. Короче, я гений. Потом ее натягиваем вверх. Как бы разгоняем эту телегу. И все. Все, поехали. Ну, блин, да, это очевидно. И сейчас, точнее, нам надо еще будет разрезать веревку. Эти приемчики мне знакомы. Давай, разрезай. Да, видите, я прав. Элементарно, Ватсон. Элементарно. Так, ладно. И что дальше? Короче, нам надо как-то наверх попасть, так? Бам-бам-бам. А прыгнуть туда, наверное, нельзя, да? Да, нельзя. Уходим. Все норм. Какая-то еще фигулька. Короче, кстати, прикольно, что гробницы и вот эти всякие храмы появились с самого начала, потому что в предыдущих частях там больше секшена начиналось. Каких-то выживастиков, в общем. Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Ну, будем разгадывать. А, нет, это она сама, ну ладно. Иона, я нашла кинжал. На нем есть надпись.
Ключ к сердцу и щель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец. Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. То есть мы запустили сейчас... Они скоро будут. Как раз процедуру самоуничтожения? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Это начнем до заново. Да, для этого и нужно подкрепление. Я слышу. Сегодня прибудет Домингес. Я понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. Давайте его грохнем. Ну, не слабо, да, она такая убийца. Как там дела с насосом? Валим отсюда. К тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? Помоги подготовить освещение. Операция Blackout начата. Местных рабочих живых не оставлять. О, черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Лара может маскироваться у стен. Как думаешь, что здесь? Не знаю. Но говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир Рурк. Мы будем готовы. Mm-hmm. К нам инспекция, готовьтесь. Так, я понял. Так, этот изолирован. И этот изолирован. А ну иди сюда. Черт! Не волнуйся, я его починю. Так, бросаю предметы, да? Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Давайте что-нибудь кинем. Нам что это там, уворот? Трологи уже... Все загрузили! Уже? Что это? Пойду гляну, что это было. Давай. Иди. Начинаю поиск. Уже поздно. Ну все. Все зачищено. Изи-пизи. Так, смотрим. Вас лишили привилегий. Чистая ткань. Это лидер Гамма. Ага, крафт. Свидетелей. Точка зачищена. Надо спешить. Так, давай избавимся от трупа. Ты, следи за полицейской волной. Это доложит о звуках стрельбы сообщения. Рурк и подкрепление уже в пути. Нужно подготовить все к их прибытию. Так, надо как-то их убить. Чёртовы археологи. Наконец-то от них избавились. Они уже долго пытались все это выкупить. Ну, кое-что не нашли. Надеюсь, она того стоила. Так, мужики, разойдитесь, а? Да. Не надо было лезть не в свое дело. А ну иди сюда. Лагерь — это лидер Гамма. Где подкрепление? Не надо мне заливать. Сектор зачищен, но нам нужно прикрытие. Наверняка это кто-то слышал. Оп. Вторая часть плана. Сказать местным, что мы подстрелили бешеную дикую кошку и ищем других. Задержим их сколько сможем. А ну-ка иди туда. База, давай. Вы пропадаете. Проверяем. База, ответьте. На, скотина. Мне нравится. Все, чисто. К нам инспекция, готовьтесь. Все загрузили. Так, нам куда сейчас? Куда дальше, да? Окей, давайте наверх.
А сюда можно как-то запрыгнуть? Нет, нельзя. А вот сюда можно. О, у нас пистолет. Ни хрена, у нас уже инвентарь есть. Я же говорю, только что привезли. Потом перенесем их поглубже. Хорошо. Нам совсем не надо, чтобы какой-нибудь борзый коп бросил гранату через стену и угодил в них. Так, ладно, давайте подумаем. Где подкрепление? Лара, хватит так дышать, ты меня оглушаешь. Как думаешь, из-за чего? Может, давление сильное? Да, наверное. И что теперь? Может, просто подождем? Да. Очень. Давайте подождемся. У нас нет времени. Наша задача — захватить ту стену. Давай, иди сюда, мужик. Тоннели блокируют связь. Их всех видят. Погода отвратительная. Ну давай. Мне не хочет? Ладно. Как хочешь, не хочешь, как хочешь. Ночка будет долгой. Обходим здесь тогда. Готово. Так, что у нас тут? Аптечка. Краб. О, давайте бомбу сделаем. Некоторые пленки взрываются, если их бросить и подстрелить. Давайте-ка сделаем то, что. Сейчас. Тоннели блокируют связь. Что это? Надо проверить. Ботинки однозначно менять. Не вижу, не вижу. Куда я кинул? Шрапнельных гранат. А вот это давайте кинем. Погода быстро испортилась. Удача. Готово. Все. Чисто. Понял. Контакт подтверждаешь. Это кровь. Открыть огонь. Нужна доминка с ужимой. Она убивает наших. Твою мать! Вас понял! Вижу цель! Не люблю вертолет. То чувство, да, когда вы профессиональный военный, а вас уделывает тёлка. Все чисто. Ну, согласитесь, странно, да? Что мы какая-то там девчушка, которая ухандокивает профессиональных военных, которые всю жизнь посвятили этому. А мы их просто рвем, как щепки. Так, ладно. Нам сюда. Ну, погнали, погнали. Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Где серебряный ларец? Отдай его. В безопасности. Не у тебя.
то чувство, когда ты ищешь всю жизнь этот кинжал, а мы его нашли просто в подворотне рядом с городом, потому что там была пещера, и ты туда не заглянул. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии? Началось. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно. Вот мы и накосячили, да, ребят? Охренеть, бежим нафиг. Ну да, прикиньте, сколько она сейчас людей убила, детей. Ужас. Так, ладно, что надо делать? Давайте налево. Мужик, дай руку, Да блин, Никто мне руку не дает. Вот, ты давай. Давай. Фу, твою мать. Охренеть. Больно. Так, ладно, куда плыть? Ух ты, господи. Сколько же из-за нас погибло людей буквально вмиг. Офигеть. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Что мы будем причина. Давай. Так, ладно, нам надо наверх. Быстрее, малышка, надо валить. Ломай стекло. Давай. Ломай. Легко сказать. Тут какое-то медленное цунами. О, пошла жара. Идем. Валим. Не тормозим, не спим. Давай, малышка, мы можем. Нам куда? Налево, направо? Налево. Явно не направо. Норм. Давай. Сейчас спасемся. Нет.
Мальчик, мальчик, держись. Мама! Мама, держись! Охренеть! Я в шоке. Обычно не показывают смерть детей в играх, если кто не в курсе, а тут показали. Писец. Фиона! Фиона! Лара! Я так волновался. Конец. Всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю. Он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Охренеть, это все реально из-за нас. Амазонка, Перу. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу.
Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куак-Яку. Давай. Это град. Что ты делаешь? Я его выручу. Ребят, да, это мощное начало. Девушка в грязи. Опа. Макаки. Доктор Домингес. Фотография доктора Домингеса. Ну что, ребят, прикольно. Мне очень нравится уже игра. Что вы думаете, кстати, по этому поводу? Вам нравится или как? И на этом, я думаю, мы завершаем нашу вторую часть прохождения Shadow of the Tomb Raider. Отсюда мы начнем в третьей части. Если вам понравилось видео и понравилось мое прохождение, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления по выпуску новых частей. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Таким образом, помогайте мне в развитии, за что я вам очень благодарен. А также вступайте в мои социальные сети ВК, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. Все ссылочки есть также в описании. А я увижу с вами уже в следующей части. С вами был Скрэчет, скоро увидимся. Пока!